Вот так рука об руку Степан Сергеевич и Зоя Михайловна Каратаевы идут уже 59 лет. В следующем году пара готовится отмечать бриллиантовую свадьбу. Несмотря на 6 десятков лет, они по-прежнему смотрят друг на друга влюбленными глазами. На вопрос, что помогает сохранять интерес и любовь в отношениях, отвечают – общее хобби. Мы в фитнес ходим, нас и там вечно отмечают, все восхищаются нами, а мы гордимся этим. Однако, отмечает глава семейства, важны не только общие увлечения. Главное – слышать друг друга и в любых вопросах находить компромиссы. Уметь друг другу уступать где-то, так сказать, без этого. Он не уступает. На самом деле это не так. В преддверии Дня семьи, любви и верности для всех семейных пар, чей стаж перешел отметку в несколько десятилетий, организовали прогулку на теплоходе, чтобы гости праздника смогли отдохнуть, полюбоваться красотами прибрежной зоны канала имени Москвы и вспомнить, как начиналась их семейная жизнь. У нас в городском округе проживает очень много пар, которые живут уже очень долгое время вместе. Хочется пожелать им что? Крепкого здоровья. И они молодцы, что они сквозь такое большое количество времени прошли, я так думаю, что уже немало, но все равно смогли сохранить свою любовь, смогли сохранить уважение друг к другу. На прогулку пригласили 20 семейных пар. По мнению депутата муниципального совета Артура Каримова, все они достойный пример для подражания. Я уверен, что вот глядя на наше старшее поколение, молодежи закаляется вот эта вот любовь, во-первых, к своей родине, любовь к своим близким. Чтобы праздник запомнился надолго, волонтеры организовали фотозону, где каждая пара смогла запечатлеть себя перед посадкой на лайнер. Ну а чтобы после прогулки остались не только воспоминания, главным гостям торжества вручили символические подарки.